Ветераны боевых действий, исполнявшие воинский служебный долг в составе советских войск в Афганистане, были отмечены медалями за отвагу и героизм, проявленные за пределами нашей страны. Торжественная церемония стала поводом в очередной раз собраться для того, чтобы вспомнить погибших товарищей и поделиться особо запомнившимися моментами службы в то нелегкое время. Одни рассказы афганцев плавно перетекали в другие. Разные истории объединяла горечь и боль из-за увиденного и пережитого на войне. Очень приятно в очередной раз встретить тех людей, с кем провел очень много лет совместно службы, совместной такой вот, скажу откровенно, боевой работы, потому что в этом зале, несмотря на то, что сидят, хотя мы вручаем награды в Брестской пограничной группе, но здесь военнослужащие, которые служили вообще в пограничных войсках, а не только в Брестской пограничной группе. Мне очень приятно встретить тех людей, с кем я начинал службу свою со Средней Азии, в том числе в Афганистане. Естественно, это каким-то образом вспоминаешь свою жизнь, вспоминаешь свою молодость, вспоминаешь все то, что уже пережито. Сразу вспоминаются те коллективы, которые, те солдаты, те сослуживцы, которые были, когда мы были вместе, когда выполняли воинский долг. Время было особое. В чем-то тяжелое, но берет гордость за тех ребят, которые достойно это все прошли, которые выполнили достойно свой долг. Я горжусь, что был с этими солдатами. Я горжусь, что это время выпало на нас. Ну, в чем-то было и прекрасное. Там проверялись характеры, там проверялись люди. Через войну в Афганистане прошли более 30 тысяч наших соотечественников. В Бресте их боевые подвиги ценят высоко. В связи с этим ветеранам-афганцам уделяется большое внимание. Это касается и тех, кто по сей день вносит большой вклад в увековечивание памяти погибших, патриотическое воспитание населения и медицинскую реабилитацию воинов. В этом году в связи с годовщиной 25-летия возвращения советских героев на родину после афганской войны было принято решение о награждении их почетными медалями. Данная награда – подтверждение того, насколько значим для государства белорусов подвиг воинов-защитников. Ветеранская организация работает в тесном содействии, взаимопонимании с командованием пограничной группы. И свидетельством это было участие в нашем мероприятии командира части. Плюс ко всему, я уже говорил, что медаль утверждена указом президента. То есть, внимание мы не обделены. Мы ощущаем постоянное внимание со стороны государства тем лицам, которые участвовали в этих событиях. Память о подвиге защитников – обязательная составляющая патриотически настроенной нации. Ежегодно собираясь вместе для чествования победы и возлагая цветы к плитам с именами погибших, тех, кто прошел огненными дорогами афганской войны, кто потерял в ней своих близких и друзей, люди чествуют мужество и верность воинскому долгу. А это значит, они неравнодушны к своим героям-землякам. София Бережная, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.